Всех приветствую на своем канале Седой Инвестор. Здесь мы разбираем все, что связано с криптовалютным сообществом. Сегодня будем разбирать альткоины с моего телеграм-канала. Вы там обычно оставляете заявки на разные активы, а я на них делаю технический анализ. И, конечно же, на обязательной основе затрагиваем тему перспективного роста и потенциального риска. Если ты хочешь поучаствовать в следующем разборе, то данный QR-код переведет тебя прямо на мой телеграм-канал. Там есть открытый чат, благодаря которому ты можешь оставить заявочку на свой разбор. Ну а вам остается заварить чаек, присаживайтесь поудобней, сейчас я буду все объяснять. Итак, первый на разбор у нас актив AVAX. Будем, как всегда, использовать объемные блоки. Это наш любимый индикатор, с помощью которого мы можем очень часто угадывать отскоки, благодаря которым есть шанс заработать по среднесрочным сделкам. Напоминаю, среднесрок я рассчитываю от 1 до 6 месяцев. Сейчас расставим уровни и все обязательно разберем. Ну, я считаю, 4 будет вполне достаточно. Опять же, будем рассматривать среднесрочные цели. Что касается сегодняшней цены актива, сегодня он торгуется по $10 за один актив. В данный момент была пробита последняя, самая крупная зона поддержки, к сожалению, $13.10. И получается, по глобальным уровням есть все шансы, то что ближайшая коррекция может продолжиться до минус 29%, ну почти 30%. Но если вы откроете график, то заметите, то что именно в этой зоне, где торгуется сегодня актив, образовалась своего рода очень сильная зона поддержки, но получается локальная. И дело в том, то что этих цен мы касались в 2021 году, в июле месяце. А также в июне 2021 года. Вот давайте посмотрим вот это локальное накопление. Да, вот пожалуйста, вот она, та самая зона поддержки. Обозначу ее, ну давайте пурпурным цветом или розовым, кому как нравится. Получается, есть все шансы, то что в данной зоне произойдет локальный отскок, рост которого может составить в ближайшие сроки около 30%. Не так много на самом деле, как хотелось бы. И в идеале, если цена актива вернется за сопротивление $13, вот здесь вот будет у нас ретест, ну и соответственно актив останется вот этой зоне накопления. Напоминаю, сейчас медвежий цикл, и для того, чтобы AVAX вышел в полноценную бычку, ему необходимо находиться именно в этой зоне консолидации. Чем больше будет расти данный объемный блок, соответственно, актив может выйти с медвежьего цикла намного быстрее, чем это происходило бы, ну, допустим, вот в этой зоне. Ну и как бы AVAX-у необходимо пробить свой all-time high, а это, между прочим, $146-147. Из сегодняшних цен это огромнейшие проценты на самом деле. Ну, короче, около 1350% роста ожидается. Но это все, конечно же, будет во время бычьего цикла. Никто не знает, когда он начнется, начнется он ли он вообще, поэтому в данный момент я минимизирую все риски и накапливаю в долгосрок такие самые перспективные активы. Это, конечно же, биткоин, эфириум и BNB, вы все прекрасно знаете, у каждого свои цели, возможно, я покупаю с камину, поэтому обязательно оставляйте комментарии под данным роликом, будет очень интересно почитать с вами, подискуссировать, возможно, вы меня чему-то научите, ну, либо отговорите. Каждая информация имеет вес в зависимости от того, как вы ее применяете, поэтому каждый раз говорю, у каждого своя голова на плечах, я вам предоставляю информацию, а как вы ее будете применять, это уже ваше сугубо личное дело. Я его начал повторно накапливать. Все активы, которые я покупал до сегодняшнего ролика, они откладываются в долгосрочный портфель, так как среднесрочных каких-то позиций я сейчас не замечаю. Повторяю, когда актив выйдет за уровень $13.10 и останется в той зоне консолидации, диапазон цен которого составляет $19.11 и $13.10, опять же, в этой зоне будет покупать, накапливать для среднесрочного заработка актив намного безопаснее, чем сейчас. Поэтому, если у вас исключительно среднесрочные цели по AVAX-у, пока что просто переждите. Но если покупаете долгосрок, вы все поняли. Очень просили меня разобрать такой актив, как Litecoin. Произошел халвинг. Блин, Артем, ну вот где же рост? Куда он делся? Почему ты всех загнал с камина? Ну, во-первых, Litecoin я продолжаю держать. Я не собираюсь его сбрасывать.
Да, после халвинга действительно были риски нападения, но также не факт то, что оно бы произошло. Поэтому во избежание риска потери потенциального профита, я продолжаю его накапливать, но я не разочаровываюсь в нем. Я просто усредняю все свои позиции, тем самым постоянно уменьшаю свою точку входа. Поймите, здесь нельзя жадничать. Нужно все высчитывать. Вот, допустим, актив упал на 55 баксов те же. У меня есть свободный фиат, чтобы усредниться, тем самым моя точка входа уменьшится, ну, на процентов 30. Да и к тому же, что страшного-то произошло? Все характеристики склоняются к тому, то, что медвежка по нему сейчас заканчивается. Объясню почему. Вот эта красная линия – зона самого крупного накопления. Если цена актива падает ниже этого уровня, и там происходит накопление, вот это отличный сигнал на продолжение медвежьего цикла. И, наверное, актив там останется очень долго. Но лайткоин вышел же за этот уровень, и в данный момент он играет роль зоны поддержки. Цена сегодняшнего актива по лайткоину 64 доллара 82 цента на момент записи ролика. И вот что мы сейчас имеем по лайткоину. Общий дамп составил около 50%, но с того момента, когда я начал покупать актив по 40 баксов, он вырастал на 179%. Кто смог зафиксировать свой профит, поздравляю, но это лишь среднесрочные цели, я его накапливаю исключительно в долгую. Поэтому всем рекомендую продолжать придерживаться своим долгосрочным целям. Если лайткоин я покупал когда-то по 40 баксов, что я его сейчас по 64 покупать не буду, но это же сущий бред. После каждой сделки, если вы будете оставлять хотя бы 10-20% свободного фиата, вы будете по-другому размышлять. Одно дело, когда вы купили лайткоин по 100 баксов, вложив весь свой депозит, во избежание лишних умыслов потратить эти деньги, конечно же, вас сейчас съедает FOMO. И я вас прекрасно понимаю, года 3-4 назад я делал точно так же, и я так скажу, прошло много времени, чтобы я пришел к такому умыслозаключению, то что нельзя ни в коем случае покупать на всю котлету единоразово. Одно дело, когда ты слушаешь кого-то и тебе советуют, а другое дело, когда ты на собственной шкуре это проверяешь. И я, как никто другой, могу понять этих людей. Отличная точка входа для усреднения 64 доллара 81 цент. Если лайткоин упадет на еще одну зону поддержки, сейчас отмечу ее стрелочкой, вот она, последняя крупная зона поддержки, 39 долларов 4 цента, я также буду усреднять. У меня здесь стоит ведро. Вполне допускаю тот вариант, что мы его можем и не коснуться. Но что касается моих личных долгосрочных целей, на выходе я собираюсь забрать профит и, так сказать, немалый. Первая цель, конечно же, это 300 баксов в размере 370%. Дальше буду уже смотреть. Если пойдет полноценный бычий разворот цикла и биткоин перебьет свою соточку, я считаю, то, что и лайткоин может перебить свой all-time high. А напоминаю, ATH у лайткоина 413 баксов именно по бирже Binance. 46% профита. Да, это не так много, как по многим альткоинам, 1500-2000%. В закрытом чате мы тоже забирали и по Вингу, и по Анфи. Проценты были просто сумасшедшие. Но лайткоин — это серебро в мире криптовалютного сообщества. И для меня он играет роль диверсификации средств. Зачем крупные инвесторы покупают биткоин, эфириум, лайткоин, полкадот, космос? Эти активы имеют самый низкий процент скама. Ну и соответственно, они менее волатильные. Это прекрасный способ диверсифицировать свои средства, и в будущем эти активы помогут избавить ваши деньги от инфляции. Но неизвестно, на протяжении какого времени они это будут делать. Сейчас у нас, повторяю, медвежий цикл, не самое лучшее время для профита, но самое лучшее время для накопления. Я, если честно, вообще не понимаю, что люди ноют. Вам дают такие возможности сейчас, а вы упускаете шансы, но... Ну, это лично мое мнение, опять же, близко к сердцу не принимайте. Возможно, я просто фанатик, либо человек, который не разбирается в финансовой аналитике. Возможно, у нас и действительно какой-то там кризис намечается, еще больше, чем он сейчас. И все пойдет, так сказать, на днище. Но, открыв любой график, даже ту Terra Luna, либо FTT, те, кто не в курсе, эти проекты являются чистым скамом. Но даже на них продолжают зарабатывать. А вы думаете то, что такие проекты когда-то упадут и больше не вырастут? Ну что смеяться? Даже если какая-то скамина падает и вырастает, то такие фундаментальные проекты однозначно покажут свой рост. Но, конечно же, в долгосрок. Ну и как вы уже поняли, третий проект
это у нас космос. Актив под названием Атом. В данный момент его цена составляет $6.56 на момент записи ролика. Мы находимся в прекрасной зоне консолидации. Скорее всего, мы задержимся здесь на довольно долгий срок. Объясняю, диапазон цен $8.35 и $6.56. Это зажатый канал между зоной сопротивления и между зоной поддержки. Сейчас отмечу их опять же стрелочками. Раз, это у нас сопротивление. И два, это у нас поддержка. Довольно крупный стиль. Это означает то, что здесь будет находиться такая полноценная консолидация. Да и к тому же, с каждым годом в этом проекте денег все больше и больше. Соответственно, зона самого крупного накопления будет постепенно меняться. И не факт то, что вот этот маленький объем останется в течение этого года таким же. Вполне возможно то, что здесь будет накопление, и он, так сказать, превзойдет свой прошлый накопленный объем. И в будущем, возможно, вы увидите вот такую картинку. Вот так вот будет. Вот эта зона поддержки исчезнет, и вот этот объем, вполне возможно, его когда-нибудь перебьет. Я это говорю не просто так, я очень часто наблюдал такие картины. На протяжении, конечно же, долгого времени. Но это пока что только мое личное предположение. Вполне возможно то, что мы увидим коррекцию, опять же, до этой последней зоны самого крупного накопления. В этом случае коррекция составит -21%. И тогда это будет очередной ретест этой же зоны поддержки. Недавно касались мы ее. Это было 19 июня 2022 года. Ровно год назад. Если это произойдет, то вот здесь вот можно открывать среднесрочную позицию. Ну, хотя бы до 13 баксов. Это у нас 146% профита. При условии, если вот эта ситуация повторится вновь. Но не факт. Поэтому космос. Исключительно долгосрочный проект не рекомендую рассматривать среднесрочные цели, так как вы в будущем в нем можете очень сильно огорчиться из-за своего чувства жадности оторвать хоть какой-то кусок от данного проекта. Я буду ждать цели по нему хотя бы $40, а это сегодняшних цен около 40%. Опять же, профит не такой большой, как в прежних альткоинах, но Атом старичок рынка, и я доверяю ему намного больше, чем другим альткоинам второй-третьей степени, но не доверяю на 100%, поэтому после каждой сделки я оставляю свободный фиат для того, чтобы постоянно у меня он накапливался, и в будущем я мог на протяжении долгого времени усреднять позиции в случае, если актив упадет очень низко, ну либо его медвежка затянется. А сейчас хочу объяснить один очень важный момент. Дело в том, что многие не понимают смысл медвежьего цикла. Проблема заключается в следующем: если по биткоину мы сейчас замечаем медвежку, то каким образом альткоины, не все, конечно же, стреляют либо продолжают расти? Ответ прост: где-то медвежий цикл продолжается, а где-то он закончился. Поэтому необходимо искать альткоины всегда. Если пришла медвежка по биткоину, это не значит то, что сейчас нет альткоинов, которые будут расти. Поэтому, сортируя активы на более-менее перспективные, вы можете зарабатывать на протяжении любого цикла. Этим я и занимаюсь в своем закрытом чате. Вступив в мой закрытый чат, ты будешь на постоянной основе получать списки самых перспективных альткоинов. Конечно же, там имеется обучающий материал, и ко всему прочему я готов разобрать ваш старый портфель, указать на его ошибки. В общем, всю работу делаю за вас. В описании ролика есть моя личка, поэтому переходи строго по ней. А также подключись в мой бесплатный телеграм-канал, с помощью которого ты также можешь меня там найти. Очень важный момент. Сейчас огромное количество скамов в телеге. От моего имени будут предлагать вам какие-то волшебные способы заработка на трейдинге. Во-первых, я не трейдер. Во-вторых, я никогда не пишу вам первый. Поэтому будьте очень внимательны. Вы можете отправить деньги не тому и получите в ответ только бан. А я, к сожалению, ничего с этим сделать не могу. Галочку в телеге пока что мне не дают, так как у меня нет верифицированной странички на YouTube. До 100 тысяч подписчиков мне еще как до луны. Поэтому приходится бороться вручную, кидать жалобы, но, к сожалению, телега не хочет их блокировать. Соответственно, переходи только через официальные ссылки. Они находятся только в описании моего ролика. Но у меня на сегодня все, дорогие друзья. Завтра мы с вами встретимся вновь.